الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем тему покаяния и мольбы. И хочу напомнить хадис, где пророк саллиллаху алейхи вассалам говорит: «Кто бы не обратился к Аллаху с мольбой, в котором не будет ничего греховного, и которая не будет касаться разрыва родственных связей, Аллах обязательно дарует ему одно из трех. Либо ответить на его мольбу уже в этом мире, либо сделать ее запасом для него в мире вечном, либо избавить его от зла, равного по величине тому, о чем он просил». То есть в любом случае Аллах Субхана ва Тааля удовлетворяет мольбу человека, если в этом нет ничего греховного, и если человек не пытается порвать родственные связи. Сколь бы тяжкими ни были грехи у человека, у раба Аллаха, снисхождение и прощение Аллаха всегда будет велико, всегда будет более этого, если, конечно, человек искренне покается в содеянном. Джабир, ради Аллаху анху, да будет довольным Аллах, один из подвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Один человек явился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и дважды или трижды воскликнул: „Сколь же велики мои грехи, сколь же велики мои грехи“». То есть этот человек был почти в отчаянии, в его душе уже была вера, но он очень боялся за свои грехи. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Куль Аллахумма магфиратака аусау мин дунуби ва рахматука арджи инди мин амали». Скажи: «О Аллах, Твое прощение шире, чем мои грехи, а на милость Твою я надеюсь больше, чем на свои дела». Этот человек сказал эти слова. После этого пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Повтори». И он повторил эти слова. После этого пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Повтори». И он снова повторил эти слова. И после чего пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Вставай, поистине Аллах простил тебя». И этот человек был очень искренен в своей мольбе, был очень искренен в своем покаянии. Он глубоко сожалел о содеянном и надеялся на милость Всевышнего, и он был прощен там же, когда он совершал эту мольбу. И если человек невысокомерен и уповает на Всевышнего, невысокомерен в своих грехах, невысокомерен в мольбе, то есть не считает для себя низким просить у Аллаха прощения, и он искренне кается в содеянном, и у него искреннее намерение больше к этому не возвращаться, то Всевышний прощает грехи, какими бы великими они ни были. В Коране Аллах Субханаху ва Тааля во многих местах велит обращаться к Нему с покаянием и просьбами. Всевышний говорит в Коране: «Вастагфируллах, инна Аллаха гафуру рахим». Так молите же Аллаха и о прощении, поистине Аллах прощающий, милосердный. Также Всевышний в Коране говорит: «Ванистагфиру раббакум сумма тубу илей», чтобы вы просили прощения у вашего Господа, а потом приносили Ему покаяние. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране хвалит своих рабов, которые обращаются к Нему с просьбами и покаянием, и выделяет их. Всевышний говорит: «Вальмустадгафина биль асхар», и просящие его в предрассветное время. Аллах Субханаху ва Тааля выделил таких людей, которые обращаются Ему ночью, уединившись, обращаются к Всевышнему с просьбами и покаянием. В другом аяте Всевышний говорит в суре Аль-Имран примерный смысл: «Тем же, кто совершил что-нибудь недостойное или обидел самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи, а кто может простить грехи, кроме Аллаха, и не собирается возвращаться к тому, что сделал, зная, воздаянием таким послужит прощение от их Господа». То есть намеренно не возвращается к этому больше этот человек, то Аллах Субхану Аталя прощает, какими большими не были эти грехи. Также Всевышний в Коране говорит: «Вамай ямаль суан ау язлим нафсаху, сумма ястагафир Иллаха, яджид Иллаха гафура рахима». А кто совершил что-нибудь дурное или обидит самого себя, а потом попросит у Аллаха прощения, увидит, что Аллах прощающий, милосердный. Приводится история. Однажды к пророку, саллиллаху алейхи вассалам, пришла одна женщина и сказала: «О посланник Аллаха, поистине я согрешила, я совершила прелюбодеяние». Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Горе тебе, возвращайся, проси прощения у Аллаха и кайся перед Ним».
Эта женщина хотела наказания и очищения. На следующий день она снова пришла к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и сказала: «Зачем ты отослал меня? Я действительно совершила прелюбодеяние. Я совершила этот грех, и я хочу очиститься». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил ее и сказал: «Возвращайся, когда родишь этого ребенка». Потом она родила этого ребенка и снова пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И опять сказала: «О посланник Аллаха, вот я родила ребенка, очисти же меня». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям опять ее отправил, сказал: «Корми ее полных 2 года». Опять эта женщина ушла. Трижды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отсылал ее. И в конце концов эта женщина умерла. После ее смерти пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел на ее похороны и стал на ее заупокойную молитву на джаназа. И к нему подошел Умар, ради Аллаху анху, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О посланник Аллаха, неужели ты собираешься совершить молитву за прелюбодейкой, за женщиной, которая совершила прелюбодеяние?» И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О Умар, она принесла такое покаяние, которое охватило бы собой 70 грешников из этого города, из города Медины, будь оно поделено между ними. Неужели ты считаешь, что она могла сделать нечто более достойное, больше этого?» То есть эта женщина была настолько искренне в своем покаянии, что ее покаяние охватило бы 70 глубоко грешным людям, мужчинам, настолько она была искренне в своем покаянии. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «А кто покается, допустив несправедливость, и исправится, то поистине Аллах примет его покаяние, ведь Аллах прощающий, милосердный». Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Один раб совершил грех, раб Аллаха совершил грех, и искренне сожалея о содеянном, сказал: „Господь мой, я совершил грех, прости же меня“. И Аллах Субхана ва Тааля ответил своему рабу: „Раб мой знает, что есть у него Господь, который прощает грех и наказывает за него, и я простил моему рабу“. Так сказал Всевышний. После этого этот раб оставался в таком положении, сколько было угодно Аллаху. То есть он больше не возвращался к греху. И потом снова совершил грех. И снова этот раб обратился к Всевышнему с такой же мольбой. И снова Всевышний сказал: «Раб мой знает, что есть у него Господь, который прощает грех и наказывает за него, и я простил моему рабу». Имеется в виду, даже если человек снова споткнулся, но был искренне в своем покаянии и искренне вернулся, то, иншаллах, Аллах прощает и раз, и два, и много раз. Конечно же, если человек был искренен в своем покаянии. Но если он, совершая грехи, говорит: «О Аллах, прости меня», при этом у него нет намерения оставлять, он не оставляет этот грех и продолжает его совершать, конечно же, в этом случае он лжец. Если человек упорствует в совершении грехов, нет искренности в просьбах и сожалении содеянным, то его мольбы могут быть не приняты. И это касается не только покаяния, но и всех просьб, любых просьб, которые бы не были у человека. Если человек не искренен в своем покаянии, продолжает совершать грехи, то эти грехи могут послужить ему преградой между ним и Всевышним для удовлетворения его просьб и его мольбы. То есть вы молите Аллаха помощи в каких-то делах, просите помочь вашим детям, просите Аллаха избавить вас от какой-то беды, просите Аллаха о выздоровлении и так далее, но ваши грехи будут препятствовать получению ответа от Всевышнего. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Горе упорствующим, которые упорствуют в том, что они делают, зная». То есть зная, что эти люди совершают грех, но при этом они упорны в этом, не оставляют этого, и нет у них покаяния. Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, сказал: «Раскаивающийся в грехе подобен тому, кто вовсе не совершал его, а просящий прощения за грех, но продолжающий грешить, подобен насмехающемуся над Аллахом». Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ат-тайбу мин адзамби камаля адзамбаля». Тот, кто покаялся в грехе, тот как будто бы его и не совершал, подобен тому, кто его не совершал. Но если человек совершает, продолжает совершать эти грехи, то он как будто бы насмехается. Ибн аль-Каим, рахимахуллах, описывая плохие последствия многочисленности грехов, писал: «Раб Аллаха теряет знания, то есть из-за количества, из-за большого количества грехов может ухудшиться память. Раб Аллаха теряет знания, начинает забывать.
испытывает беспокойство в душе, трудности в делах, слабость в теле, лишается покорности Аллаху, благословения, бараката, счастья, ощущает стеснение в груди, одни грехи порождают другие и входят в привычку, грешник позорится перед Аллахом и позорится перед людьми. На него падают даже проклятия животных. И он облекается в одежду унижения. Аллах накладывает печать на его сердце, и он попадает под проклятие Аллаха, и его мольба остается без ответа. Он распространяет порок на суше и на море, теряет честь, стыд, лишается милости. Его постигает наказание в мирской жизни, его сердце вселяется страх, он попадает в плен к шайтану, грешника постигает плохой конец и наказание в будущей жизни. Сколько последствий могут быть из-за того, что человек постоянно грешит, не оставляет грехи и не кается перед Всевышним? Сколько проблем у человека могут быть из-за этого? И человек даже не понимает, что это последствия его грехов. Он думает, что его постигла какая-то болезнь. Он думает, что кто-то навел на него что-то, порчу какую-то или что-то. На самом деле все это могут быть последствиями большого количества грехов. Сообщается, что Хузайфа, ради Аллаху Ангу, сказал, можно сказать, что лжец тот, кто говорит «прошу прощения у Аллаха», а потом возвращается к греху. То есть человек говорит, как бы просит у Аллаха прощения, но при этом он не оставляет этот грех и продолжает его совершать. Такой человек является лжецом или же как будто насмехается над Всевышним. И неискренняя просьба у Аллаха может стать даже грехом. Человек как будто издевается, человек как будто насмехается, человек думает, ну, подумаешь, Аллах же прощающий, все простит, и продолжает совершать грехи. Это покаяние даже может принести ему грех, потому что человек не искренен в своих просьбах и в своем покаянии. И наоборот, искренняя просьба и покаяние может привести к прощению и очищению и может стать великой наградой у Всевышнего. Может послужить причиной великой радости в судный день для этого раба. Айша, ради Аллаху Анха, сказала, «Блажен тот, кто обнаружит в своей книге множество просьб о прощении». Тот, кто часто просил о прощении. Катада, рахимахуллах, сказал, «Поистине этот Коран указывает на вашу болезнь и на лекарство для вас. Что касается вашей болезни, то это ваши грехи. Что же касается лекарств для вас, то ими является просьба о прощении». Абу Аль-Минхаль сказал, «Не бывало еще у раба, лежащего в своей могиле, соседа более желанного для него, чем многочисленные просьбы о прощении». Эти ученые и Айша, ради Аллаху Анха, указывают на благо, к которому приводит многочисленные покаяния и просьбы о прощении у Всевышнего. Нет безгрешных людей, но лучший из них – это кающийся человек. И чем больше он кается перед Аллахом, тем ближе он к Нему, чем тише он становится. И так же, как вода очищает одежду, точно так же слезы покаяния, раскаяния очищают сердце человека от грязи, от ненужных, греховных каких-то качеств человека. Слезы покаяния или искреннее раскаяние очищают человека от всего этого. Да поможет нам всем Аллах быть искренним, во-первых, в первую очередь перед Всевышним, перед посланником, перед верующими, перед всеми людьми, перед своей религией, быть искренними и найти довольство Всевышнего. Просите прощения для себя, для своих близких, для своих детей. Просите наставления Аллаха на истинный путь. Да поможет нам всем Аллах быть на истине и совершать праведные дела. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.